Итак, дорогие друзья, все еще мы с вами в эфире. Даже раньше, чем через 5 минут, мы вернулись к вам. И у нас сейчас второй этап победителей, венеров, как хотите его называйте. И сейчас у нас здесь столкнется артмейстер против неизвестного товарища с ником Китти-Китти. Вот так вот. И первая игра у нас на Гладиусах. На Гладиусах... ой. Камера, не уезжай. На Гладиусах у нас обещает быть очень интересная игра. И со мной в сокасте по-прежнему Никита и Глеб. Алло, алло. Да. Да. Глеб у нас пока немножко занят работая своей челюстью. Поэтому он к нам присоединится немножечко попозже. Китти-Китти решил не блочить крипов. Дело, так сказать, для слабых. Ну, а Артур стоит, ждет. Смиренно ждет своих крипов. А, нет, побежал назад. Вспомнил, Ебанское это кажется. делать, блочить крипов. Вспомнил. На льдине своей поехал. На самом деле это нормально. Если еще противостояние возможно, гладиус на гладиус вообще вполне нормально. Не, ну понятное дело, что тут ультимейт. Не, на самом деле сейчас очень решение очень веселое должно быть. Очень весело, должно быть Алуна на Алуну с этим станом через всех крипов. Ну, стан особо не качают, я смотрю, последние разы. Да, я тоже не качал его раньше, но сейчас имеет смысл просто больше, потому что Ну, красный стан не теперь. особо не имеет. Ты больше, то есть, стан все равно с прокачкой берешь, а прокачивать стан... То есть, эффективнее вкачать плюсы. Ты меньше маны будешь тратить, больше маны на харас через палку. Ну, на самом деле, просто когда ты даешь стан и после этого начинаешь хараситься, так спит очень решает. Ну да, там же за счет того, что ну, смотри, очень приятный бонус. Тебе нужно будет, чтобы через пачку прогреть, вкачать стан на 3 и ульту. То есть 4 скилла, 4 левела прокачать на станы. 4 левела, то есть, или у противника плюсы, он с самого начала может тебя. Ну это типа как знаешь, как ставка такая. То есть, на так, самом деле, качая СС, 3 раза плюсы, это получается сколько? 6? Плюс 6 4 всего. Даже. Тебе 3 раза нужно вкачать, чтобы через всю пачку стан давать. 3 раза стан и еще один раз ульту, то есть 4 скилла. Даже получается. Артур. Что Артур как-то так задумался Куда? Немножечко, зашел на хайграунд Может нас услышать, врага. Решил помочь в обсуждении. Да. Так, а мне интересно, задержка вообще есть или нет? Там минутка вроде должна быть. 2 минуты, да. В любом случае. Да, то сейчас задержки нету, очень весело было бы, очень ну, весело. Ну что, тут вардов практически никто не ставит, поэтому... Так, интересно. Прогрессировал Китти-Китти. Опа, курьерчик. О! Хорош! Вот это очень скилл. Сильно. Вот это скилл. Еще и ману сбил. Отличный контроль курьера от Артура. Я думал, я только люблю курьеров. Мне кажется, это вообще тоже Пальчик. Можно в эпические моменты. И вот тот момент, когда курьер умирает, вот экран должен трястись, как-то дабстеп музыка, и вообще и кто-то должен орать на фоне. Вот. Ну тут нужна уже тогда запись Артура, как он орет. Ну не знаю, сейчас. О, нет, мой курьер. Розовый пропустил. Или мой пукан. Крипов просто и голду полностью. Ну и как бы ему на базу за курьером идти. Ну да. Да, опять же таки не очень весело. Пока он будет ходить за курьером, пока прилетит обратно, он потеряет много времени. Я скажу, что курьер уже игру можно считать решил. Правильно. Ну это не игру, но преимущество дает. Ну как, то есть ты на левел минимум просядешь, если отойдешь, а ты... Ты точно... реген себе таскать не можешь, вот что самое И вообще главное. Ничего не сможешь, да. Ни итем, ни реген, а противник он тебе уже принес. То есть Китти-Китти принес себе талисманчик, у него есть реген. Раскачка у них пока одинаковая, 1-2. Тут как бы либо ва-банк сейчас драться, но хотя уже красная хилка даст. Да куда? Ну, вот под крипами сейчас. Если будет размениваться, розовый-то будет получать от крипов. Так, 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 крипы, неплохо, Китти-Китти греет. Тычка, еще это одна! А, это First Blood. И ФБ достается парню с ником Китти-Китти. Прям вот так вот вообще. Валим из игры. Валим, пока нас не замели. Так. Следующая игра у нас на ком? На Гаунтлете. Ну, Гаунтлет это будет весьма и весьма. Должен отыграться. Да, весьма и весьма интересно. Один из любимых персонажей Артура, так что думаю, думаю, будет весело. Так. Так. Присоединиться. Вам нужно приглашение. Что? Ну, пожалуйста. Пожалуйста, я уже подключаюсь. Я тоже. Читер.
Так. Поехали. Стримеров, судей здесь больше, чем игроков. Три стримера, судья. Так и надо. Да, хорош. Четыре человека наблюдают за двумя. Это вообще, это чем-то таким попахивает, а? У нас есть еще молчаливый наблюдатель из клана ГМ. И вот сейчас, мне кажется... Ой, там сейчас в чате такая от Ксюши комментарий. Артуру главное не перенаглеть. И потом следующий комментарий. Обычно Артур убивает курьеров. Вот они сейчас еще просто... они знают, что произойдет чуть позже, буквально спустя 30 секунд. Не, ну я против Артура, когда играл, я в двух играх потерял курьера. Вот так вот. Прям карает курьеров. Так, они поменялись местами? Да, поменялись. Да, поменялись. Просто я, честно говоря, забываю, когда его... Просто его отправляешь, и все. А иногда за это наказывают, потому что... Противостояние дефолтного Гантлета и Урса Альтаватара. О, блин, Урса классная. Мне кажется, там даже попадать... Противостояние мажоров и бедняков, назовем его так. Там аккаунты первого левела, куда уж там что-то. Там-то смурфец, да. Еще было бы неплохо выяснить, чей... Артём, если ты меня слышишь, пожалуйста, выясни, чей это смурф. О, ты в Б на стриме? Так, а я к чату подключился? А, мне надо выйти. Вот, что там? Опачки, и пошел чатик, поехал, да? Нет, блин. Пока не поехал. Да, пошла. Зараза, я забыл свой пароль от первого аккаунта на Твиче. Я не знаю, как его восстановить, у меня почта там, я пароль не знаю, не помню. Поэтому... А, Артур не захотел без куры играть, такой комментарий отличный. Да. Че там, клипы не пошли? Извините. Нет, еще. Так, а где? Я себе какие-то заметки оставлял, вроде бы важные. Когда я этот листочек делал? Нет, это не оно. И это не оно. Листочек. Ну, ладно. Итак, тем временем у нас крипы пошли уже, и пришли они аж на мид. Итак. Кити его очень сильно заблочил, то есть лучник уже умер. У него сейчас под тавр немножко уйдет, если... Угу. Да, так и будет, я думаю. Ну, в общем... По закупу, давайте посмотрим. Получается, что решил артмейстер пойти через стандартный билд с топориком, щитком, веточками и тотемчиком, а Кити решил вториться у нас больше в статы. Взял две перчатки на силу, взял два тотема и, естественно, немножечко регена. Я, кстати, не прокачал еще ни одного спыла. В смысле, Кити... У артмейстера еще ни одного скилла. А, у артмейстера, да. У артмейстера ни одного, да, у Кити 1-2. Ну, интересно, что без пассивочки, то есть так бы... Нигде не знаю, полезна ли она, вроде как, да? Ну, пассивочку взял артмейстер. Он не сможет теперь на один выигрывать артмейстера? Ну, не имея пассивки, да, на третьем уровне ему надо будет взять пассивку точно. Но все равно, там уже пойдет так же, как фактически на кейнах, кто первый ударит. Ну да. Пассивка же от крипов, он же получает, да, дэмэдж? Да. Ну, то есть, да, это прям... Ну, там еще и топор, как бы, что преимущество дает. Ну, не против же гаунлета. Не против героя, ну, я имею. Нет, ну, в контроле, да. В контроле крипов я имею. В контроле, да. Что, как бы, сейчас... Сейчас, как бы, уже 8-2. Ощутимо, это по 8-3 сейчас будет. 9-3. Обменивается Хараса, немножечко подвинул, но вот сейчас ошибается Кити. А, у Артура вообще хука нет еще. Да. Но он за счет пассивочки его неплохо нагрел. 20% хп ему осталось. Артура сейчас хуком бы, мне кажется, ФБ мог бы взять. Конечно. Я первый вытолкнул бы. Но он бы столько тогда не надамажил без первого на двоечку. Ну, да. Не, ну мне кажется, он бы его под таур к себе толкнул бы, и там таур бы тычку две дал бы, и оно было бы примерно... Либо так же, либо даже чуть больше дэмэджа вошло бы. Артур отводит крипов подальше, не будь выпуканным. Ага, мисс. Так,
Ну, себе эти две перчаточки Артур принес. И что же он себе в этот раз несет? Да, сапог. Только я подумал о сапоге, Артур уже его несет. Уже его несет. Понимает, что сапог здесь крайне необходим. Особенно... А не, уже есть пассивка. А, нет, топориком он добил. Есть уже пассивка у Китти-Китти. Да, на третьем левеле также уже была, по-моему. Ну, как бы Китти-Китти вообще без маны? Да, пустой, но принес себе брассер. А ману нет. Значит, будет осторожничать и еще больше проседать по контролю. Угу. Всегда лучше, когда у тебя в запасе есть регенчик, мана, хп. Ты можешь всегда продолжить доминировать. А так тебе придется назад отходить, и ты не сможешь уже... Ну, так Артур как бы и начал доминировать, как с самого начала, так и доминировать. Да. Ощущает. Не упускает практически вообще крипов. Ой. Есть хук по Китти-Китти! Обменивается Харасом! Что-то непонятное было на самом деле. Да, я не знаю, там что ли мана на второй спелл была, что он начал обходить. Ну вот так вот. 1-1. Один. Быстро, шустро, непонятно. Так, помните, что я там говорил про СС-ов, что мы их здесь будем видеть чуть ли не в каждой игре? Ну, вот оно, проклятие, вот оно. Так, а что тут пишет старый? Ксюша пишет старый Женя. Я не старый, я еще вполне молод. Почему? Так, естественно, игра на соулстилерах нас ожидает. Единички я проставил, местами они меняться будут или нет, мне интересно. Так. А ролл должен быть, по идее. А, ну да. И вот моя единичка только что заролил. Хорош. Так. Ну, из 10 это не из сотни, конечно. Я по-прежнему лучший. Так. Артмейстер задоминировал своим чем-то и, короче, сказал, что он в первой игре выиграл ролл, поэтому на Легионе будет сидеть. Вот так вот. Так вот. Да. Все у нас получили единичку, я, ты и Глеб. Ну, ты и сотни, это не контрится. Не, ну я только что с 10 тоже единичку получил. Но из соточки, да, это я лучший, да, тут бесспорно. Так. Ты просто вне конкуренции. О, мне интересно, сейчас у нас в чате вместо Ханса обсуждается третий Ведьмак. Ребята, давайте что-то тут как-то повеселее. Повеселее немножко. Я понимаю, Ведьмак, я тоже в Ведьмака играю. Я вчера вообще из него не вылазил, на самом деле. Целый день. И говоря целый день, я имею в виду целый день. Так. Там даже не было маны на второй спел. А, ты посмотрел? Ну, я вот сейчас как раз смотрел момент в Б. Да, я там думал, тоже мне показалось, не было. Я же поэтому и спрашиваю, что это такое. Он обходит просто и без маны, без ничего. Ну да, если бы там было хотя бы мана, то был бы хоть какой-то смысл. Да, и то он бы умер все равно от одной автоатаки дальше. Да? Да. Ну, это как бы, я не знаю, потому что просто отдача как была, он просто обходил. Может, он уверен слишком на Soulstealer? Что, решил третью игру? Ну, может быть и так, может быть. Но Артур так-то на соулстилере тоже себя довольно неплохо будет чувствовать, я уверен. А не знаю, мне наоборот Артур говорил, что он себя наоборот неуверенно чувствует на соулстилерах. Серьезно? Мы сейчас увидим, что сейчас как. Узнаем. Так, закуп. Закуп у Китти-Китти уже. Два носка, два тотема и реген. А вот у Артура, вот уже тот стандартный, назовем его, закуп Каламити. Закупка на мете, да. Да. Три тотема, носок, корона и веточки. То есть получается хп больше, маны больше, но при этом меньше регена. Ну не знаю, насколько на сулстиров на первом левеле нужен реген. Но тоже можно, то есть, что нет. Потом вести-то долго, то есть левела ты достаточно быстро апнешь, но к минуте второй ты уже третий будешь. Поэтому харас будет. Как бы такое. Бывало вчера, что в трех крипах застревал пацан, его просто на пол хп прогревали на первом левеле. Да, я все вспоминаю спидмена, которого отправили с эсом на изи лейн против бабблса.
все, я стою в харду, слышу только... Твою ж, та-та-та-та-та, я в крипах запутался, ФБ я. Понятно. Бывает. Ну, как бы там два разных героя в каждом этапе, и третий всегда СС, если один-один счет. О, Глеб разговаривает сам с собой, это так мило. Почему тут сам с собой меня тут спрашивают? Почему СС? Оправдание. Да. Так, у тебя вообще нет права теперь... разговаривать, ты заролил единицу из сотни. Теперь мы еще узнаем, что у Глеба есть воображаемые друзья. Ну, это вообще уже стояночка. Так. И Кити-Кити, и Артмейстер оба проблочили хорошо крипов. Сразу Артур начал. Вышли колдуны первыми. Души. Со второй души. Ай. 2-2, одинаково. 2-2, да. Нет, ну там 2 дина, а там динай. Ну да, как бы, не-не. И добить там. Короче, короче, да. 4-4. Нет, давайте не будем каждую душу комментировать, что я точно не будем. Да как памс, покрипам. Второй левел. Ай, пропустили, но... Мне кажется, даже тратить Кайлу на первом уровне... Нет, там как раз вот если бы он еще второго крипа добил, было бы хорошо. Я имею в виду то, что ты ну, ману тратишь, а как бы демеджа там не особо много. То есть ну, лучше Кайлами уже отбивать на втором уровне первого скилла. Драка за преимущество по душам. Ну, типа, кто вначале задоминирует, так сказать, встанет на свою позицию. Понимаешь, там у первой Кайлы 75 урона, а с руки у него 67. То есть примерно разница... Ну, Койл, нет, Койл... демедж и в АУЕ. Ты как бы даешь автоатаку и знаешь, ты не добиваешь сразу Койл. Ну, да. Ради крипа от души это еще можно. Важнее. Здесь такая... Ого, такая агрессия пошла. Так Кити вкачал пассивку на 2. Опс. Ага, и вот в этом маленькая ошибочка. Я еще тоже так делал, я знаю, что это фейл. Огромный фейл. А Артур этого не знает? Ну да, он боится. Но он думает, что да, сейчас в него полетят колы, и он от этих колов бы отъехал вообще на изичах. Он видит, что у него мана. Ну из-за этого по демеджу сейчас будет выигрывать уже. Ну да, уже 12 душ. Уже 12. Ну это такая ставка, как бы. Тоже. Ставка на то, что ты не сольешься на третьем. Ну да, что ты как бы... Вот не знаю, странно, что он дрался тогда. Если уж он сделал ставку на то, что он будет контролить. Ну интересно, все равно по крипам. Ну Артур все равно как бы не отстает даже с тем, по XP он вот немножко выиграет, то есть на 2 крипа. Ну да, с 20 XP немножко. Артур по мане просел сейчас. Он не, ну тогда они уже на 4 уровне сравнялись, у них 2-2 по скиллам. А, так, очередное кольцо себе приносит Кити-Кити. Если у Артура сейчас нету мана даже на 2 койла. И не хватило. Там 2 дэмэджа буквально. Ага. Буквально вот одной и двух душ не хватило. Ну как бы 15-5, 17-2. В принципе на душу он не сильно... Ну по душам, да, три разницы. Три... С учетом того, что он как бы просел на третьем, из-за того, что кого-то не взял. Ну и вот разницы нет. Но в XP есть. В XP есть, да. 6 денаев и 2 это имеет значение. Вот промах, да. Вот сейчас пятый, опасно. Ну и понимает это, Кити-Кити сразу же отступает, потому что еще и крипцы подошли. Покупает себе за 450 на плюс 6 силы. Так, подходит Артмейстер, получает в лицо Кайлой. Кити-Кити было опаснее. Все же там, третий Кайлой. Так, отпивается Артмейстер, мне кажется, сейчас будет агрессия, нет? Мне кажется, что надо было. Быть, надо было, надо было, надо было, подходит! Одна Кайла! Еще одна автоатака. Там птичка, еще, что да? Что ж такое? Ну, был мог, момент наверное, же. Достать, когда, да, он с ботинком же доставал. Угу, был если же по момент. По нему нажал, да. Ну, он сейчас будет доминировать, он будет сейчас отжимать свой стиллер от крипов. Да, все, с ботинком он теперь не сможет подойти, а курьер пеший. Очень долго идет. Артмейстер еще и курьера увидит, захочет отомстить.
Сейчас зайдешь под таур и умрет. Два кайла было, да, средний и дальний, то есть аккуратненько, ну, да, чтобы прокрасить. И как бы свою хотя бы половину отыграть. Ой-ой. Артур, я смотрю, любитель получать две вышки от таура. Ой-ой-ой, опасно. Опасно сейчас было для артмейстера. 27 хп. Ну хорошо, красный ему курьер принес. Ой-ой-ой. Ну то есть, если бы там был буквально до этого лишний удар, сейчас бы артмейстер уже валялся мертвый в этой канаве. Называемый. Да, несмотря на то, что даже вот в левел разница, то есть именно кайлы очень решают. Конечно. Да. Артур должен сейчас реген нести. У него сильно. Но только что его пропил, только что. Да, только принес. Ну, курица обратно и снова идет. Бедная курица. А, кстати, у Кити курица не апнута. Жадный, сразу видно. Чужую курицу убивает, свою не апает, вообще прям. Сейчас раз. Фанат курьеров. Ботинок за 450 на плюс 6 силы как бы тоже решает. То есть ботинок немножко профитнее, я считаю. Конечно, ботинок профитнее. Он, ну, он позволяет тебе догнать вот тот радиус, не хватающий себе. Который тебе не хватает. Мне, по-моему, невыгодная, Артур, позиция. Ай! Вот так вот заходить на противника. Хайграунд. Но у него хилка есть, как бы он может, ну, на да. Это рассчитывать сейчас как бы разменяться. У Кити-Кити тоже лежит по тауэрам, она поушен, и хоть поушен. А ей попадает киллом все-таки. А, да, я не видел. Он курьером себе принес, выложил там два монопота и один хил поушен вроде. Угу. А, нет, все по одному. Артур седьмой. Угу. Ну да, у него кайлы на 4, это уже страшно очень. 300 дэмэджа с одной кайлы. Вот просто если он начнет подходить кити-кити Артуру тремя кайлами. Раз, два, и три! Опачки! Ой, ну это какое-то... Еще ломает ему, ломает итемы, ломает. Идти шестым на седьмого солстилера и ломает. Попавшись на дальний средний койл, еще ближе подходить. Не доригенил бутылочкой, жалуется кити-кити. Ну тут не доригенил, тут седьмой и шестой, извини, койлы разные. Да, немножечко разный дэмэдж. Хотя Артура и тоже близок был. Не, позиция была выгоднее, конечно, у кити-кити на левела. Если бы он там знал, буквально посмотрел по XP, что там один крип у него, и как-то словил бы эту экспу и пошел бы тогда, то он бы выиграл. Да. Да, ну вот так вот получается, что артмейстер у нас проходит по сеточке дальше. Смотрим, что у нас там по сеточке получается. Так. Казандар против Блейдекса пока непонятно, сыграл он против него или нет, там пока стоит по нулям. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, перерывчик в 5 минут и снова к вам вернемся, ожидайте.